Шоссе 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Шкода отзывает: в нашей стране почти 400 кроссоверов Корок, проданных в 2021 году. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. Причина объявления сервисной акции называется «возможный износ обивки передних сидений». Из-за этого в случае ДТП могут некорректно сработать боковые подушки безопасности. Сотрудники сервисных центров должны при необходимости бесплатно заменить обивку. Трасса 101. Число выпускников автошкол, которые с первого раза сдают практический экзамен по новым правилам, катастрофически упало. Речь идет только о 13% кандидатов в водители, сообщил представитель госавтоинспекции. Люди заваливают элементы, которые раньше принимались на автодроме. Параллельная парковка, начало движения на подъеме, разворот в ограниченном пространстве. Что интересно, после 1 апреля меньше стало и тех, кто с первого раза сдает теорию. Хотя это испытание не претерпела изменений. Трасса 101. До конца нынешнего года в нашей стране собираются создать прототип автобуса, работающего на водороде. Якобы работу в соответствующем направлении уже ведет Камский автомобильный завод. В 2022 он приступит к испытаниям новинки, а ее массовое внедрение запланировано на 2024. Одновременно надо будет создавать соответствующую заправочную инфраструктуру. Трасса 101. В Минске создали дизельный двигатель, который подойдет для УАЗов и Газелей. Только вот неясно, будут ли автопроизводители из Ульяновска и Нижнего Новгорода закупать эти агрегаты. Мотор у братьев белорусов получился надежный и неприхотливый. Объем чуть более 2 литров, мощность 72 лошадиные силы. Двигатели уже поставляются на Кубу, где их устанавливают на старые УАЗы. Трасса 101. Виртуальные автомобильные гонки признали олимпийским видом спорта. Как заявило руководство Международного олимпийского комитета, это направление соответствует цифровой стратегии МОК. Турнир поощряет участие в занятиях спортом и продвигает олимпийские ценности, уделяя внимание молодежи. Речь конкретно идет о симуляторе Gran Turismo Sport, который вышел несколько лет назад на Sony PlayStation 4. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.